Для кого это очень простое упражнение? Или такое уже приемлемое? Давайте так. Приемлемое. Да, приемлемое. Класс. Это вы сами себе дали обратную связь, как у вас это превратилось в навык. Это на самом деле совсем-совсем уже у вас рабочая задача. Чичок, который на каждой крови. Да, вот уже это все, это уже это с вами, и вы уже понимаете. И очень часто наверняка вы видели, как кто-то, ну, может быть, там, где вы работаете, западает на содержание и совершенно не замечает тысяч сигналов, которые ему подают, да? Хорошо, кому это еще сложно давалось, сложновато? Я вообще, честно говоря, не могу понять, пассивный это плюс и активный минус. Активный минус и пассивный плюс, правда, вы не можете? Пассивный плюс и активный минус. Как это отобразить? Вот это? У себя как это отобразить? Да, как увидеть. Вот именно плюс и минус, пассивный плюс, они как-то взаимосвязаны. Подожди, вот это активный минус, это фу, это что-то, что не нравится. Да? А пассивный минус? А пассивный минус? Ну, это мне не подходит. Ну, я еще послушаю, конечно, кто у меня скука такая. Пассивный плюс. Пассивный плюс, это что? Скажите. Да, да, я лучше. Ну, да. Ну, это точно я согласен. Тебя как зовут? Егор. Точно Егор, да? Да, это интересно. Ты, правда, здесь живешь, да? Нет. Нет? А где ты живешь? В Полтаве. В Полтаве. То есть ты живешь в Полтаве, так я понимаю? Да. Mm-hmm. Спасибо. Пассивный минус. Еще грусть может быть сюда, да? Mm-hmm. Тоже. То есть скука, грусть, ну какие-то такие пассивные негативные грусти. Понятно? Нет радости для меня в этом мире. Да, я не печалюсь, но просто радости на данный момент нет. Почти никак. Знаете, а можно я вам расскажу вот, вот этого пассивного? Если ты его прозевал, то ты после фразы «давайте я вам расскажу», ты начинаешь рассказывать. В этот момент что происходит? Интенсивность возрастает. Ну, опять-таки. И переходит. Рискует. Вот это вот все, да? Понимаешь, почему так важно засекать такие вещи? Просил бы ты ребят вернуть тебя к эталону? Нет. Нет. Просили ли тебя? Это что? Как-то мне кажется, что... Егор, тебя просили. Что тебе кажется? Ну, вот я, допустим, показывал, какой у меня там активный плюс, активный минус, пассивный, активный. Но я не могу показать это тоже. Они у меня как-то сливаются. Это тебе такую обратную связь дали? Или у тебя внутри сам? Я вижу, что человек, он может, хочет показать, но у него это нужно пережить внутри себя, чтобы человек показать. А во время разговора это все показывается. Ценное отличие. Как показать калибровку? Совершенно точно не надо нам актерского мастерства. Вы просто берете и вспоминаете ситуации, которые у вас были, связанные с этим. Есть что-то, что активно, полная каша, да, например. Или, да как-то, там, я не знаю, если это еда, например, огурец, там огурец, могу не есть. А когда я покупал там себе велосипед, да, я знаю, вот, вот это надо быть. Это то, чего не решил. Ты проходишь через это, просто через эти воспоминания, и даешь людям калибровки. И все. Не надо притворяться, потому что ты так не притворишься, ты дашь ничего твою калибровку, человек потом будет, а это вот он будет гадать, а ты будешь считать, что ты ну, как-то там актерской игрой вот смотрели. Вот именно тогда будет плавающая расплывчатость такая выступает. Потому что если ты состояние достаешь и внутри, да, какое-то переживаешь заново, то ты только это переживаешь, никакого другого. Вообще, вот на последнем тренинге плюсали, ну там много чего интересного было, были там как бы какие-то запредельные вещи, но то, что он сказал, совершенно красивую вещь. Которую мало кто понимает. Он ее не расшифровывал, но я над этим хорошенечко подумал. Возвращайте человеку его калибровку. Предлагаю вам подумать еще на этой фразе. Возвращайте человеку его калибровку. Вы увидели там что-то, да? Вот вы взяли, даже если вы увидели пассивный негатив, верните его. И потом берите его калибровку. И понимаете, с этим даже не тот есть смысл. Да. Мы опять с тобой, мы одинаковые. А теперь давай вместе со мной на эту ступенечку.
Не надо изображать бодрячка или вот того доктора Липси, который говорит, а, вот он глядит, у вас огнестрельное ранение, возможно, вы умрете. Да, да, это неизлечимо. Да? Он такой бодрячок. Это совершенно точно не то. Да? Тоже вспомнили, да, такого персонажа, да. Хорошо. Хорошо. А мы с вами, это, как это сказать, это, пожалуй, вершина, да, как любимого упражнения. Вон, посмотрите слева на стол. Вот такое количество карточек. Да, совершенно точно приспособьте себе стул для карточек, потому что в руках так само все не лежат. И мы предлагаем вам опуститься в совершенно увлекательное такое приключение, которое называется «Погружая бессознательное все то, что с нами было эти ступени». Да? Совершенно точно, когда я знаю, что у меня за спиной там, я не знаю, там 5 карточек, 6 карточек, да, или там сколько-то, или там даже пусть даже 4 карточки, я совершенно точно уже не смогу сознательно начинать это разделять. Мне придется просто войти, то, что называется, в пропорт со своим бессознательным, предложить ему отслеживать все и предлагать меняться самому. Мы об этом скажем чуть позже, когда мы будем говорить о такой замечательной теме, как работа с частями, шестишаговый рефрейминг, как работать со своим бессознательным. Вы не так уже умеете это делать, просто это немножко не системная работа, это так спонтанно происходит. Мы сегодня о том, сегодня и завтра частично о том, как это сделать системно. Но пока мы вам предлагаем в тройках любимое упражнение карточки. Разминайте пальцы, разминайте мозг. Создавайте фразы, опять же, пожалуйста, нас не интересует, будет ли это связанная беседа, будет ли это вот какое-то такое вот хаотичное совершенно посылание фраз, совершенно точно мы сосредоточены на форме подачи, содержание вторых планов. Договорились? Пожалуйста, мы предлагаем вам сделать вот что, поиграть в тройках по 5 минут, не надо очень много, по 5 минут поиграли в тройках, потом создали новые группы и поиграли еще по 5 минут. Вот так, чтобы вы этим насытились настолько, чтобы сознание прекратило свою дурацкую деятельность по отслеживанию и на плечи поднесло это бессознательно и сказал, давай работать, я лучше получается. Угу. Каждой из тройки, пожалуйста, возьмите себе плотные карточки из стопки и возвращайте в группу. И через 5 минут. Нет, через 5 минут через, меняете? Через 15 минут вы меняете. Да, вы в тройке. 5 минут, 5 минут, 5 минут. Да, да, потом поменяли стройки, еще 5 минут, 5 минут, 5 минут. Полчаса. Да. Да. Мы сделаем очень короткий перерыв через 15 минут, собрав обратную связь, что является там еще таким. Нет, да. Да, страховал. Стройки.